И снова приветствую вас, дорогие друзья, на канале. Продолжаем развивать нашу транспортную империю в игре Transport Fever 2. Вот. В прошлой серии, как вы помните, мы начали развивать, так сказать, вот первые маршруты. И вот смотрите-ка, вот потихоньку наши кое-какие линии уже вот начали приносить прибыль. Вот. То есть это хлебные маршруты вот эти вот приносят тоже вот кое-какую прибыль. Вот. Ну, пассажирские линии, кое-вот одна линия третья, она еще убыточная, да, вот, а вот эта четвертая линия, вот, она вот у нас вот тоже вот прибыльная. Причем вот смотрите-ка, неплохо вот набирается вот количество пассажиров, да, вот смотрите-ка, по обе стороны туда вот ездят на работу, там магазины и все такое прочее. Ну ладно, здесь этот регион потихоньку, пускай пока развивается, да, вот потихоньку уже строится, обустраиваются города, да, вот смотрите-ка, тут уже вот предприятия какие-то появляться начали, то есть начали, как говорится, снабжать города, да, и они начали потихонечку вот уже обустраиваться. Но я хочу, как говорится, вернуться в свой, так сказать, Орск и потихоньку развивать вот этот регион. И хочу начать вот с перевозки леса, да, вот. И этот лес мы уже будем возить не, так сказать, маленькими такими уже повозочками, а по-крупному. Вот. То есть вот у нас имеется лес вот здесь вот, да, вот. А вот здесь вот имеется у нас лесопилка. Недалеко находится вот завод инструментов, который потребляет доски. Вот. То есть вот эту вот производственную цепочку я хочу вот потихоньку вот начать. И вот эти же инструменты мы потом можем спокойненько снабжать этими инструментами наш город Орск. Ну и затем вот потихоньку проложим еще одну дальше вот линию. Будем снабжать потихоньку город Тверь. То же самое требует стройматериалы, да, вот и инструменты. Ну а тут вот смотрите-ка, залежи богато вот вообще и камни, да, вот и стройматериалами. Вот. Но это мы потихоньку начнем. Вот. Итак, давайте-ка для начала начнем с, так сказать, с лесной промышленности, да. Вот. И в первую очередь для этого нам надо построить железнодорожные станции. Вот. Причем грузовые. Вот, наверное, вот с вот этих станций начнем. Так, они у нас, смотрите, тоже недешево стоят, да? Так, вот надо вот так вот разместить, чтобы вот меньше затрат было, да, вот. И чтобы одновременно также было удобно подъезжать к ним. Так. Так, 276. Вот, вот так вот, наверное, поставим, да, вот, оно сообщается. Вот. И вторую станцию поставим непосредственно вот у нашей, так сказать, вот этой вот лесопилки. Так, наверное, вот так вот поставим, да, вот она недорого выходит. Так, и вот так, наверное, можно даже. Хотя разницы нет, конечно. Так, это дело будет, наверное. Хотя можно вот покрасивее, чтобы было вот так вот сделать, да, вот. Ну давайте, наверное, вот так вот сделаем, да, вот смотрите-ка вот. Так, пути. Так, и давайте будем прокладывать пути. Желательно, чтобы они были прямее. Так. Вот она наша, да, вот эта станция. Так, вот здесь вот, вот горочки эти вот наши вот
первые маломощные паровозы, они могут с этим не справляться, между прочим. Но мы поначалу не будем цеплять много вагонов. Так, вот здесь вот надо тоже учитывать вот этот момент, что у нас вот еще вот есть нефть, да, вот посмотрите как. Вот. То есть такой вот неплохой у нас региончик тут. Но мы, естественно, это все дело как надо потом перестроим. Можем там спокойненько встраивать платформы, да, вот как вы помните. Надо по чуть-чуть, чтобы выходило дешевле, потому что, так сказать, рельеф у нас с местностью, он такой неоднородный. Так. Я вот что-то не туда уехал. Вот она наша. Так. Немножко не туда уехал. Ну ладно. Ничего страшного. Прямой такой маршрут получился, да? Так, где-то вот так. Так, а вот это вот, наверное, остальное. Вот что вот мне нравится вот в этой игре, немного вот денег возвращается, когда вот сносим инфраструктуру. Но, к сожалению, вот нет. Не полная, конечно, стоимость, но и на этом, так сказать, спасибо. Вот. Так. Вот. Такой вот маршрут тут проложен. И давайте-ка вот здесь вот разместим такой вот депо. Ну, пока здесь разместим. Ну, а потом, если что, мы его обязательно переставим, да? Вот. Так. Купить транспортные средства. Вот какие у нас паровозики. Паровозик тип В, В тип 1, да, вот. Добавить. То есть сначала мы с, как говорится, выстраиваем состав, да, а потом уже покупаем его. Так. И вот для начала купим 5 вагончиков. Для нашего маломощного такого паровозика вот это хватит. И стоит он 1 200 000. Обалдеть. Так. Покупаем. Так, 1 900 000 у нас остается. Вот так. И давайте-ка дадим маршрут. Новый маршрут. Вот. Будет коричневого цвета. Под цвет веса дерева. Так. Так, смотрим. И вот смотрите-ка, выезжали. Дискодильный, бедолага, машинист стоит такой вот. Смотрите-ка, на платформах какое-то название, да? Так, здесь у нас это. Эти станции мы переименуем, это у нас будет называться станция Орск-Запад, да, будет называться Орск, Лесопилка, естественно. Так, поехал, да, вот потихонечку. И смотрите-ка, у нас уже вот напилили леса, прям бревен уже вот в количестве 37, 38, 39 единиц, 40 уже, вот это да. Вот это у нас Орск лес, станцию также тоже назовем, назвали просто Орск, да. Ну мы, смотрите-ка, сейчас это дело подпилили. Я вот что, вот такой вот момент хочу посмотреть. Так.
вот так вот красивее будет, наверное, да, вот смотрит это лес, Орск лес. Надпись такая, да, вот. И у нас, смотрите-ка, прибыли минус 1 900 000, да. Но мы сейчас посмотрим, как вот какую прибыль будет приносить, да, вот наш вот самый такой первый, да, вот поезд. Вот, смотрите-ка, ему немного уже вот на подъем, да, вот. Потихоньку втягивает. Ну, пока 36 километров уже едет. С этими вот маленькими такими вагончиками, да, вот такими платформами. Это один такой. Нет, ну, вот продетализировали бы вот такой момент, чтобы он из тендера, там, вот эти дрова закидывал в топку. Было бы прикольно. Что он стоит, что-то там, руки разводит в стороны. Итак, вот мы доезжаем до леса, да, вот почти, доедем. На капоте паровоза. Так, доезжай. Так, сколько у нас тут леса уже? Обалдеть, 120 уже, да? Мы смогем ли это все вывести? Ну, хорошо, что это, так сказать, с запасом, да, вот. Загрузились. Так, 1853 год. Хотя вот в Российской империи, да, вот первый паровоз был изобретен в 1856 году братьями Черепановыми, как вы, если знаете, вот из истории. А, это надо затопить. Отъезжает от станции. Такой вот примитивный такой вот, да, вот. Грустный. Вот как поблескивает он на солнце, да, вот. С такими вот золотистыми вот. С лисками там, да, вот. Такими паровыми цилиндром, да. Насколько минут рассчитано у нас это на 7 минут, да? Ну, в общем-то, неплохо, да, вот. Каждые 7 минут он будет ездить туда, возвращаться, да, вот, и приносить прибыль. И сейчас посмотрим, какую он первую прибыль нам принесет. Ну, потому что пока что у нас он в убыток работает, к сожалению. Вот. Так, это 80 000, да, вот. Мы, естественно, обязательно потом нарастим вагоны, хотя и мы не будем наращивать, тут легче купить второй поезд. Вот. То есть, потому что он больше, да, вот, просто-напросто не потянет. Или будет ехать, тянуть там, допустим, скидыш там 6, там 10 вагонами, да, вот где. Я думаю, это количество вагонов можно будет нарастить позже, когда вот появятся более менее такие вот локомотивы по машине. Итак, вот мы уже, смотрите-ка, доезжаем, да, вот, и посмотрим сейчас, какую прибыль нам принесет. За сколько будет стоить
одна, так сказать, корка, да, вот. Вот, мы доехали до десятки. Так, 170 тысяч, да, вот, и у нас, смотрите-ка, 2 миллиона. То есть, получается у нас, так, сейчас финансы посмотрим. Ну, он у нас вот, так сказать, прибыльный, да, вот. То есть, 170 тысяч, по чуть-чуть вот так вот, это будет неплохо, я думаю. Вот. Ну вот это будет, конечно, развитие идти долго. Вот. То есть сейчас мы наберем для начала запаса, да, вот бревен. Вот. То есть, и вот чтобы вот потом надо будет протянуть нам линию до вот этого нашего завода. Ну, в общем-то, в принципе, можно потихоньку начинать протягивать. Так, вот здесь вот, вот так вот, конечно, идеально бы смотрелось. Так, я вот сейчас стою, вот размышляю. Так, нефть. Так, завод инструментов. Так, ну давайте-ка для начала потихоньку мы просто построим станции, да, вот протянем линии вот эти вот, так, сколько, 185, обалдеть. Так, такие маленькие крошечные станции, да, ну вот так вот, если ближе, вот 184, вот, можно еще, да, вот. Есть вообще. Вот. Ну, вот так вот поставим, наверное, вот. Больше никак. Вот, вот смотрите, вот получается вот немножечко вот с приборочком, да? Ну вот, в принципе, здесь вот так вот поставим. Вот. И вот здесь вот где-нибудь вот так вот соединимся, да, вот, и вот, чтобы вот, как бы вот коснулся, короче, еще вот и вот нефтеперерабатывающего завода, да, вот, который мы в дальнейшем скоро, естественно, будем также развивать, конечно, вот, само собой, без этого никак. Так, давайте-ка потихоньку пути. Так вот, чтобы вот немножко мимо проезжал, пока вот станцию я здесь ставить, конечно, не буду, а поставлю потом чуть позже, когда уже будем непосредственно полностью развивать, да. Так вот, шикарно у нас тут, тут вот все вот ровненько, вот линия прям накладывается, получается, да, без никаких вот подъемов, да, спусков. Вот, то есть регион такой вот, можно сказать, да, вот, не сказать идеальный, но безупречный, да. Так, чуть повернем вот так вот. Вот здесь вот так вот сделаем. Так, здесь соединяемся. Слишком резкий вид. Ну, слишком плавно сделаем его вот так вот. Так. И, естественно, тоже в другую сторону обязательно надо будет. Вот, отлично. Вот, как-то вот так вот, да, вот, поставим. Так,
И вот наш поезд, смотрите-ка, уже потихонечку возвращается, да? Вот. То есть, вот. Давайте-ка посмотрим сейчас еще, вот, пускай там 170 там принесет, да, вот, так, и вот сейчас вот если вот успеет он доехать немножко, вот, мы практически, вот, так сказать, без потерь, можно сказать, да, вот, построили вот этот вот участок линии, да, вот, который идет вот основной вот этой до инструментального завода. Так, 1500 сейчас, если тогда уже 2200 будет. То есть, вот уже вот, так сказать, вот, какая-никакая прибыль есть. Вот. Но еще у нас до таких больших прибылей, да, вот еще у нас нам далеко. Вот. Мы только вот сейчас пока что вкладываемся, да, вот, вот, и понадеемся, что вот отдача, так сказать, будет уже вот в больших, как говорится, в более-менее больших таких вот размерах. Так, вот он подъезжает. Смотрите, как красиво, да, вот, детализованные облака, вот, шикарно. Так, вот. Так. 170. 1700, да? Вот. Так. Ну вот, смотрите-ка, он... В предыдущий раз немножко в убыток был, да, вот, а вот как раз уже вот в прибыль, да, вот, вошел. Вот. То есть, ну, необходимо будет потом, позже, конечно, все равно вот второй паровоз купить. Ну, или я думаю, наверное, надо будет, может, прицепить еще один вагон, что ли. Ладно, это будет видно в дальнейшем, да, вот. Ну что ж, дорогие друзья, на этом пока мы завершаем наше видео. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр. Вот. Ну, я прежде чем попрощаться, я, наверное, к нашей данной линии, наверное, все-таки добавлю станцию, да? Так. И это, естественно, будет вот этот вот инструментальный завод. Так. Завод инструмент. Нижний Орск. Он не будет нижний. Это будет Орск. Завод инструмент. То есть название станции они должны отображать, короче говоря, вот то место, где вот кое-что это я приписал тут. Какой-то. Так, ладно, вот так вот. Вот. Так, и сколько минут будет длиться, ехать это все дело? 5. 10 минут. Ну, это вполне предостаточно, да, будет. Так. Ну вот теперь можно вот, так сказать, попрощаться. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за внимание, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Также, гости, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы знать о выходе следующих видео. Ну и всем удачи, дорогие друзья. Пока-пока.